Великолепное ощущение, просто все неожиданно, чтобы была беспроигрышная серия. Ждем сегодня победы. Ждали Ташуева, именно тот тренер, который нам подходит. Во-первых, по физике переигрываем, если вы замечали. Часто по физике переигрываем вообще команды. И вот у нас и был всегда у Воронежской команды дух такой боевитый, а сейчас он еще превознесся. Играет команда вся. Тут трудно кого-то выделить. Факел всегда. Надеемся на победу сегодня. В целом. Но сегодня туман, победа за нами. Вспоминаете ли вы перед этим матчем 2000 год, когда вы играли? Да, я пришел первый раз. Да, это да. Был ваш первый матч? Да, да. Нет, не передать словами, просто, ну, счастье какое-то, наверное. А тот год был очень хороший. Мы, по-моему, в том году и «Спартак» 1-0 обыграли. И «Динамо» на последней минуте Сафонов забил. Да, хорошее впечатление о том годе, очень хорошее. Факел сегодня выиграет! Да! Победа! 2-1, 2-1, 2-1. Мы победим! Зимою! И летом! И в стужу! И в зой! Всегда мы болеем! За Факел родной! Факел! Факел! Отлично, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Честно, очень было неожиданно мне, как бы, борцу, единоборству, который человек занимается, да, быть на футбольном матче. Я очень в предвкушении, хотелось бы поболеть и посмотреть, как наши ребята поиграют против команды ЦСКА. Вот, желаю, конечно, им победы, а так, в целом, очень жду такой хорошей зарубы. Вручают ветераны «Факела» Владимир Пасов. Наш огонь!
выигрывать свои полиционные призы. Недовольны тем, что не выиграли. Недовольны, что сравняли счеты. Также в конце тяжело было, но я считаю, мы заслужили. Дома, наверное, болельщики не будут. Еще агрессивнее играть. В принципе, у них хорошо выстроена оборона, хорошая команда, тяжело вскрывать эту оборону. Все ожидаемо. То, что разбирали, то было на поле. Ну, в первом тайме, наверное, такая более-менее равная игра была. Может быть, моменты острее были у ЦСКА. Вот. А второй тайм, я считаю, что мы полностью переиграли соперника. У них ни одного подхода к воротам даже, по-моему, не было. Конечно, когда готовились и просматривали кубковые игры, все-таки система у ЦСКА такая же и на кубок, и на чемпионат. Они так в такую же схему играют. Вот. И плюс-минус там футболисты не сильно меняются. Поэтому, конечно, да, эти игры тоже рассматривали. Больше 13 тысяч, по-моему, я видел, пришло болельщиков, поэтому спасибо им большое за поддержку. Они нас всегда гонят, особенно на домашних играх. Это чувствуется и придает нам сил, а сопернику, наоборот, я думаю, больше чуть потряхивать начинает.